Всем привет, с вами СтивПро, и сегодня я покажу мод на боссов мобов для Майнкрафта Pocket Edition. После установки данного мода в нашем мире появляются боссы любого моба. К примеру, чтобы призвать босса Снежного Голем, нам понадобится убить 5 таких штук. Давайте сейчас попытаемся убить. Тем самым вызвать боссы, у которых довольно много хп. Так, сейчас я поставлю всех этих снежных големов. Но сначала давайте убьем, чтобы они нам тут все не заполнили своим снегом. Так, вот этот пошел. Стой. Так. 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 Теперь ставим сюда. Убиваем. И как видите, у нас появляется босс снежного голем. Если вы будете его атаковать, то он в режиме выживания будет вас тоже бить. Да. То есть он становится нейтральным. Если вы стукаете, он бьет. Если вы не стукаете, он будет просто ходить. И у него очень много хп, и у него какой-то эффект. Наверное, эффект регенерации может быть, а может нет. Так, чтобы получить босса зомби, вам понадобится убить где-то штук 20, чтобы появился зомби-босс. Да, именно 20 штук. И после чего появляется этот босс, который тоже очень много хп, и у него главная особенность того, что он будет вас отталкивать при ударе, и вы будете просто летать на далекие расстояния, да. Такова особенность этого босса, но сейчас мы попробуем его призвать, тем самым убив этих всех зомби. Так, что вы там колпили? Значит, никого нет. Ну и что, вы не ломать дверь? Ну и ладно, давайте так всех убьем потихонечку. Так, так. Ну их тут еще очень много, поэтому босса мы точно призовем. Как видите, с них падает броня. Вот такой, кстати, баг в новой версии, что броня не отображается на мобах. То есть она неправильно отображается или вообще может не отображаться. Так, все. Так, еще призовем маленько. Как видите, попался зомби-житель, довольно прикольный зомби. Так. Ну и никто не выпал. Давайте еще заспавним маленько. И маленько еще подеремся. Да, опять же, никто не заспавнил. Давайте заспавним. 3 штуки. Да, выпал босс. Как видите, он нас отталкивает и дает эффект отравления. Тем самым мы можем быстро, ну, так сказать, умереть в режиме выживания. И он очень сильный, так он нас очень сильно отталкивает, и мы получаем довольно большой урон. И он бегает просто безумной скоростью. И поймать его практически не сможете. Ну что ж, на этом все. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал.